Никис Теодоракис, выдающийся композитор Греции. Сейчас известный борец за мир, за свободу и счастье народа, брошен монархофашистским режимом в тюрьму. Но музыка его продолжает звучать по всему свету. Песни Никиса Теодоракиса привезли в советскую столицу артисты оркестра «Бузуки», основанного композитором 7 лет назад. Выступает Мария Фарантури. Она исполняет песню из цикла «Никогда», которую Теодоракис написал в тюрьме. От имени советских людей композитор Дмитрий Кабалевский выразил возмущение беззакониями, творимыми военной хунтой на древней земле Эллады. Он сердечно приветствовал замечательных музыкантов, друзей Никиса Теодоракиса.